Ну что, привет, моя любимая аудитория. Вот такая у меня шикарная шапочка. Ну, в борьбе за аудиторию, в принципе, это очень адреналинное такое занятие. Можно одеть и такую шапочку, если смелости хватит. Вот у меня хватает смелости одевать такую шапочку. Чувствую себя прекрасно в этой шапочке. Конечно, хорошего не скажет никто. Вот, а просмотры будут, вот так и всегда в жизни. Будут смотреть, будут отдавать внимание, а внимание отдается тому, что нравится, тому, что привлекает, а хорошего не скажут. Хотя и могут, но будут бояться. Вот сейчас, после проработок, я пришла к такой точке и к такому выводу, что почему не нужно бояться прыгать в бездну? Прыгать в бездну к себе. Потому что если ты признаешь в себе истинность своего пути, ты являешься путем, ты являешься сутью. Если кого-то что-то не устраивает, то это лично вопрос того человека. Ну вот как с этой шапкой. Вот фраза ебанутая, я к ней давно привыкла. Но другие, кто говорили эту фразу ебанутые, они давно слились с этого пути. А я все иду по этому пути, и дай Бог мне дальше идти, потому что я иду по пути, путь идет меня, и мы вместе, собственно говоря, идем. Хотя очень сложно, стрёмно и обидно, одиноко. Сливаются по дороге разные слабые, да. Но могу сказать одно. В Киеве холодно, поэтому я в шубе, да. Мне холодно, поэтому я в шапке. Вот так мне нравится. Хотя, с одной стороны, можно просто сказать, мне вот так нравится, с другой стороны, можно это так вот расчехлить по глубине глубин, широте широт, как я сделала в начале. Но